Вот если с позиции верующего человека, смысл жизни в чем? Страны воюют, захватывают рынки сбыта, нефтяные месторождения, живут как будто 1000 лет впереди, там 2000 лет. Это может закончиться просто в одну секунду. Не надо человеку так много. И денег этих лишних не надо, и дворцов не надо, и машин самых-самых не надо. Я могу слушать часами, он как ветер просто шумит в листьях. Просто глаза закрыть и слушать, как эти листья шумят. Как птицы поют. Интересно, вот когда едешь по траве, как трава пахнет. Просто жить по человеческим и по божеским законам. Это, наверное, и смысл. Первые работы у меня были вообще, я как-то по воспоминаниям писал, где свои места, где было, лес, луг, там какой-то дуб, наверное, знаменитый, речка. Вода – это моя стихия. Я могу смотреть на эту воду просто часами, и не надоедает это мне. Как-то вечер. Ну, брат предложил, пойдем помоемся на реку. А лето было такое дождливое, холодное, по сути, только в начале лета было, а в конце уже в августе. За все лето не было ни разу. В общем, мы зашли на эту реку, разделись, посмотрели около берега. Темно, дна не видно, все нормально. Первый раз разогнался с берега, прыгнул. И головой. Там оказалось поколение воды. Я еще запомнил удар, вот был удар и хруст. Даже помню, как хрустнуло что-то. Я потерял сознание на несколько секунд, наверное. Потому что я помню, глаза открыл, и я лицом в песок, вот это дно перед глазами. И меня течение несет. Я так на руки посмотрел, ну, руки на месте. А они абсолютно, вот как плети. Такое ощущение, вот, что рук нету. Я ногами попытался, ноги тоже совершенно не двигаются. И тогда я понял, что, наверное, позвоночник сломан. И вот так вот думаешь, вот человек живет, строит планы, страдает, мучается. А это может закончиться просто в одну секунду. Но я почему-то уверен, что каждый человек рождается для какой-то своей миссии и с какими-то своими определенными способностями. Можно и так было выжить, конечно, лежать, да, почитал, да, телевизор посмотрел. Ну так скучно. Хочется как-то чувствовать себя полноценным человеком. Пришел к мысли, ну, если жить остался, наверное, зачем-то остался. И вот начал пробовать. И вот первые пошли работы потихоньку, потихоньку, больше, больше, больше. Карандашные рисунки были, авторучкой. Подарили первые краски. И очень так неплохо получилось. Я не подумала даже, мне не пришло в ум, что Толя мой будет рисовать. Все стали, просто кто не придет, удивляться, это ж эдак умею рисовать, эдак рисую. И я сама рада была, ну. Ну, а потом как-то захотелось на холсту попробовать все-таки масляными красками. Я помню, как попробовал первый раз масляными, то что-то не получилось совершенно. Ну, в общем, я отложил. Месяц или два не трогал. В общем, взялся опять. В общем, я долго-долго мучился, но что-то такое получилось. И вот это ощущение, что я вот такой беспомощный, могу что-то сам сделать, вот как-то оно сил придало и уверенности. И вообще желание все сделать лучше, лучше, лучше. Уже не обращаешь внимания на какие-то боли, мучения, страдания. Ты ждешь результата. Это немножко какое-то есть у каждого художника довести работу до какого-то конца, и чтобы работа удалась, чтобы это понравилось. Мы не думали, что у него вот придет такое действительно вот это седьмое чувство, или как говорят, что вот превратиться в действительно рука, вот такие вот будет рисовать картины, которые
действительно за душу берут. За него рады. Очень рады. Что он нашел себя в этой жизни. И поэт, и художник, и композитор. Многие говорят, а мне не важно признание, я просто работаю для себя. Мне кажется, это немножко неправда. Но если ты знаешь, что это достойно, что это красиво, что это настоящее, то хочется это, чтобы увидели, слышали и оценили. Это просто необходимо. Тут у нас в Доме культуры проходила какой-то семинар народной творчести. И наша директор клуба, она уже видела эти работы. Все, мы их берем. Мы организуем выставку Ивацевича. Я долго сопротивлялся, думаю, ну какие выставки, какие-то картины. И провели выставку. Когда я потом мне привезли книгу отзывов с этой выставки, там столько слов хороших было сказано, ну, меня вдохновило очень. Были предложения купить. Заказывали из России, из Украины. И в Америке есть, и в Германии. Я знаю, что у меня вот холст белый стоит, у меня работа есть, у меня планы есть, которые нужно довести до логического завершения. Тут, наверное, гармония есть в душе. Вот смысл жизни, чтобы прожить, наверное, счастливо. В ладу с самим собой, в ладу своей душой. А какой еще смысл?